Как говорится, всем привет от старости блед. Короче, что у меня тут? Сейчас скажу. Вот пришли подтяжки 5-сантиметровые. Вот такой фирмы. Фирмы Джебель-Джуль. Ретро Леоны. В общем, этот такой старинный лев. Он с усами, с глазами, с носом. Это я себе купил их для моих штанов. Санкт-Петербург. Нифига себе. Россия. Круто вообще. Я не знал, что так будет написано. У меня вон штанишки. И вот подтяжки те уже накрылись. Штанишки мотоциклетные. Из моего гардероба. Ну вот себе купил, порадовал. Ну, они 600 рублей стоят. Что-то такое. Сколько прослужат, не знаю, но такие вот они. Как бы такие. В общем, я сейчас начну показывать вам. В общем, они вот так тянутся. О. Ну, нормальные, хорошие. Вот мои старые, я их уже на узлы завязывал, потому что им, ну, крокодилы здесь такие, как на женских чулках, типа того, похожие. Вот еще я кое-что купил. Знаете, что купил? Ну, вот такие купил, вот поменьше, потому что, смотрите, вот такие, вот они, которые у меня были. У меня вот здесь облезло. Ну, не у меня, а у него. Вот тут. Вот он. По-моему, этот облез. Значок. Хотя он так нормальный еще, в принципе. А я хотел альпину сюда забубенить. А она больше 8 сантиметров. А мне нужно 7. 7 сантиметров сюда. И я заказал 7-сантиметровую. А заодно еще у меня накрылся динамик. Вот здесь. 10-сантиметровый. И его тоже я заказал. Но это вот сейчас по очереди все. Вот динамик накрытый. Вот я его разобрал. Он так просто вставляется и прижимается вот этой сеткой. Вот этой сеточкой. Сеточкой, БМВ-точкой. Ну и еще магнитола у меня в ремонте. На обслуживание. Ну, в общем, я вот такие, только поменьше заказал. Сейчас посмотрим, что пришло. Не догонишь. Вот они. Сейчас мы посмотрим. Я смотрю, как они выглядят через это. Они с такими, это вот просто, а эти, те вот, которые пришли, там еще снизу такая подкладушка, чтобы защелкиваться на кузов BMW. Вот одна. Уже вижу, что мне нравится. Коробки такие а-ля этот. А-ля карбон. Ну вот, смотрите. Вот эта подкладушка, эта, которая защелкивается. А это сама эта штука. Так, ну вот. Ну вот, если сравнить с этой, то, конечно, по-другому сделано. А вот это она, смотрите, это она такая объемная. Она с выемками. Вот все объемное. И как будто глазурь такая. А это под лаком, как картинка под лаком. Вот здесь самоклейка сделана. Ну, выглядит как бы, смотрите. Ну, это нормально будет выглядеть, вообще классно. Вот. А это такая. Это объемная вот. Прям тут альпина написана. Вот этот значок торчит. Белое туда углублено. Кардан прям торчит, видите, вот. Карданный вал этот. Типа замок. А здесь все ровно под лаком. Ну там она, видать, тоже объемная, как бы. Ну классно. Я доволен. Вот. Он сюда вот вставляется, так вот, приклеивается. Это будет так 7,4, а вот так как раз мне сюда. Сюда как раз. Сейчас посмотрим, как он мне будет. Ну не мне, а ему. Вообще по размеру, смотрите. Вообще классно. Вот. То отодрать, а эту приклеить. Четенько вообще. Четенько, смотрите. Ну вот BMW. Вот. Так, фу, вообще. Бух. Четенько. Вот Орион, например. А вот так Альпина. Четенько. Вообще четенько. Ну я доволен, в общем. Доволен. Сейчас посмотрим динамики. Приехали.
Я заказывал динамики под названием «Молния». Ну вот динамики, короче. Динамики. Меня бесит, когда вот начинают распаковывать, долго распаковывать, там что-нибудь. Им, главное, они ничего не говорят при этом, а вот это вот там мучаются. Да нафиг мучиться, отключил, распаковал и показывай. А то как лохи, режут, разрезать не могут. Потом пальцы отклеить эту не могут, чтобы выкинуть. Она клеится, и показывает. Это. Что это показывает? Показывает вообще его, выкинул куда-нибудь и все. Смотрите. О, молния. Смотрите, вот молния. А, Урал. Урал от молнии. Урал от молнии недалеко ушел. Где-то тут открывалка. Сейчас. Они, знаете, вот потом начинают это вот. Открывают, открыть не могут. Ну, потому что вот ковыряют, не могут подковырнуть. У них же ни резака нет, там нифига. Ну. Я про себя опять же рассказывал. Ну, вот что. Отключил. И не надо вот это людей мучить этим. Вот что ты там режешь. Показывай, что уже открыл. А то получается, как будто они хвалятся, что у них резак есть. Как будто резака у меня нет. Во. Нифига себе. Вообще, смотрите. Тут, короче, вот она. Наклейка. Знаете, что здесь написано? Урал. Урал и это. Вот она. А у меня здесь такая валялась. Вот она валялась только вот такая. Под другу. Что-то это. Штаны одел, короче. Смотрите, модные. Они у меня фирмы Polo. Polo. Ну такие полностью с наворотами. Со всеми там туда-сюда. Наклейки все, Polo, еще вот сделаны. Тут, что им можно делать, что нельзя. Такие вот. Вот. В общем, все нормалек получилось. Вот. Четки. Перейду и штаны не потеряю свои. Не буду менять. Может, вторые закажу подтяжки на вторые штаны. В общем, открыл я. Пока открывал, короче, аккумулятор разрядился в вашем, с чего вы смотрите. Вот такая молния, смотрите, вот здесь вот и молния нарисована. Вот. Вообще, здесь молния написана. Я даже не знал, что она от Урала. Вот здесь молния. Четыре молнии. Вообще классные. Вот смотрите, старые были, бумажные. Ох, вот старый бумажный. Вот новый. В общем, десятка диаметр, все совпадает. Вот это вот здесь уплотнение торчит выше, чем этот вот губа это, как здесь. Толщина этих вот тут все совпадает. Единственное, мне нужно будет вот эти уши оторвать, потому что без ушей крепится. Хотя уши совпадают, вообще отверстия прям чики-пуки совпадают все. Вообще прям совпадают. Совпадалые отверстия, вот они. Совпавшие. Ну, оно там, в общем, не должно быть. Этих ушей. Держится сетками. И все. Будем ставить. Тоже вот маленький большой. Ну, фишка. Фишка маленький большой. С той же стороны все. Как бы все четко. Вот. Все, я уже пробовал, он залазит мне туда. Ну, не мне, а в мотоцикл. Короче, такие вот покупочки. Вот. Кому надо, обращайтесь. Расскажу. Вот Урал, наклею куда-нибудь на BMW. Вот такие дела. Паспорт от динамика. Вот. 100. Потом частотный диапазон такой-то от 107 до 12 тысяч. Номинальная мощность 40. Чувствительность децибел 90. Сопротивление омов 4. Звуковая катушка дюймы такая-то.
комплект, два их и талон гарантийный. Вот отрывной здесь вот открывается, оторвал, можно вытереться, короче, подтереться. Но вот такие дела. Вот. Еще четкие динамики. Смотрите, вообще упаковка четкая вообще. А я думаю, что они примагнитились мне к этому. Вот с этой стороны так вот выглядит. Вот. Здесь так, так. Здесь вот данные какие-то написаны. Ну да, вот они. 100. В общем, чтобы ты понимал, что взял, что тебе не надо было брать. Вот. Штаны не соскакивают.